Ніка Рудакова, Микола Познішев та Мохамед Шекер Алі сьогодні наші ранкові гості. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дуже раді вас вітати в нашій студії. Ніка, розкажіть, будь ласка, про цьогорічний фестиваль «Зірка». Уже третій год наша організація, общественна організація Товариство підтримки талантів «Зірка» проводить фестиваль науки, фантастики і культури «Всі зірки галактики». И мы позиционируем Днепропетровск как космический, образовательный, культурный центр Украины и, можно даже сказать, Европы. В этом году миссия нашего фестиваля – это показать, что в городе Днепропетровске для детей, для молодежи есть возможность обучаться точным наукам, реализоваться потом здесь, в этой профессии, сделать карьеру. И есть огромные перспективы. Мы показываем это несколькими способами. Привлекаем, наша аудитория – это школьники школ Днепропетровска и нашей области. И это таланты. Таланты более чем с 12 областей Украины. Сейчас уже представлены 45 городов и две иностранные делегации ожидаем. Это делегация из Республики Беларусь и делегация из Болгарии. Они приезжают к нам уже второй раз. Надеюсь, что в следующем году присоединятся другие страны, с которыми мы дружим. В чем заключается сама идея? Дело в том, что математика, физика и химия в школе перед детьми предстают часто неинтересными, непонятными формулами, которые очень далеки от жизни. Когда я была маленькая и училась в третьем классе, мой дедушка привез мне из Москвы книгу по математике. Она была такая большая, очень красивая, и я ее с удовольствием читала, и в результате я магистр математических наук, я закончила университет с красным дипломом. Вот у меня есть мечта, вот у нашей организации есть такая миссия, мы хотим подарить детям эту мечту. Вот ребенок, когда, допустим, в первом, в третьем, в седьмом классе, когда он увидит математику, физику, химию в виде космических шаттлов, которые были в космосе, причем разработаны они были людьми, которые здесь жили, учились, все это придумали, то есть сделали мировые прорывы. Все это возможно в Днепропетровске. Мы покажем химико-технологический университет. 7 факультетов представят настоящую взрослую химию. То есть что такое химия? Как очищается вода? Как проверяется качество молока? Как покрывается серебром изделия? Неймовірно, это же дуже цікаво и для дорослих, не только для детей. Конечно. Это чарівність якоюсь мірою, таке щось чарівне. Для нас у повсякденному житті це ж не зрозуміло, насправді, як це відбувається. Да. Розкажіть, будь ласка, яким чином вдається поєднувати, ви сказали, науку, друге, культура і наука, фантастика і культура. Фантастика і культура. От яким чином вдається ось поєднувати всі ці три речі? Як відбувається перетікання з науки, наприклад, в ту саму культуру? Як цей синтез відбувається? У нас це такий ємкий процес. Сам фестиваль проходить 7 днів. Мы приглашаем школьников и таланты из областей и из других стран посетить разные места в нашем городе, те, которые относятся к космосу. Первый день – это день астрономии в планетарии. Второй день мы приглашаем в аэрокосмический центр и в колледж ракетостроения, где можно увидеть настоящую ракету, которая была в космосе. То есть там проведут такой экскурс и сделают детям профориентационное тестирование. Третий день в аэрокосмическом центре мы сделаем инсталляции. КБ «Южная» представит свою инсталляцию, колледж ракетостроения. И интересные лекции по математике, только в таком новом формате, причем читает их 15-летний парень. Неимоверно. И он для детей же представляет математику, и вот многие открытия, и перспективы полетов на Марс, и так далее, то есть в виде интересных маленьких лекций. То есть инсталляции, естественно, экскурсия по аэрокосмическому центру. Четвертый день мы встречаем классику в колледже культуры и искусств, который у нас тоже выпустил очень много известных личностей. Там у нас будет представлен инструментальный жанр и академический вокал. Самый яркий день – это пятница, 17 ноября. Приглашаем всех. Это полностью бесплатно. Полностью бесплатно, кроме планетария. Все вот эти вся насыщена программа будет відбуватися наступного тижня, так? Да, да. Вот 17 числа химико-технологический университет принимает всех желающих. 5 этажей университета. На каждом этаже будет представлено. На втором этаже космос. Это аэрокосмический центр КБ «Южная» и колледж ракетостроения. Дальше будет математика, этаж физика, профориентационное тестирование, то есть подходит ли вам математика, физика, химия для выбора будущей профессии.
И четвертый этаж, пятый этаж химия. Вот 7 факультетов. Плюс в аудитории, дети могут, школьники, зайти в аудитории, и там для них будет химическое шоу на 300 человек. Это тоже классно. Представляете, у нас школьники вообще имеют представление об университете по американским комедиям. Они не знают, что такое университет, они знают, что такое колледж. Вот чему мы так себе поводим в университете. И вот классно, что есть такая идея, что дети могут прийти и окунуться в эту атмосферу. А параллельно с этим, чтобы привлечь больше школьников, мы проводим фестиваль аматорского искусства. На данный момент уже более 800 заявок во всех номинациях. Это хореография, вокал, актерское мастерство, ораторское искусство, театралы, все-все-все, цирк, все будут. И дети пока поднимаются в актовый зал на пятый этаж, они же все равно, то есть если ребенок в школе танцует, это не факт, что он будет потом танцором. Он может быть потом математиком, вполне. Так вот, мы, привлекая большие хореографические коллективы и разные направления аматоров, мы параллельно, пока не поднимаются на свой этаж, они в любом случае пройдут все наши точные. Знайомляться с кожною локацією, фактично, да. Дивляться і вибирають для себе якісь подальші. Неймовірна подія очікує на Дніпро наступного тижня. У нас також Микола в студії. Ще останній момент, скажу, я звиняюсь, у нас в воскресенье впервые пройдет детский кінофестиваль. 500 участников из 30 городов Украины приедут, будет детское кино, это есть такой на сериал «Байки», аналог «Ерлаша», то есть у нас еще ожидает, и более 150 художников. Это в цю неделю? В воскресенье следующее, 19 ноября. 19 листопада. Все завершится огромным гала-концертом с призовым фондом 10 тысяч гривен. В общем, вот такой. Тож, вот друзья, занотовывайте все даты в свой щоденник. Обов'язково наступного тижня не пропустите эти цікаві події, беріть с собой детей. Хотела запитати еще Микола про суть нашей студии. Расскажите, каким чином вы допомагаете фестивалю? Мы уже с самого начала этого фестиваля, уже третий год подряд, мы участвуем совместно с Никой в этих мероприятиях. С организацией. Да, с организацией, да. КБ Южная – это ж организация, которая думает о будущем, и мы считаем, что одной из главных задач – это популяризация науки и техники среди молодежи, потому что космические технологии – это вершина технической мысли, научной мысли, но делают ее реальные люди. И наша главная задача – это то, чтобы донести до молодого поколения, что космические технологии – это перспективно, что каждый специалист, который получил образование в ракетно-космической отрасли, он будет специалистом, признанным во всем мире. Вот. И вот, мы собираемся показать достаточно много возможностей для ознакомления молодых ребят с космическими технологиями. Во-первых, мы уже традиционно делаем открытые уроки, специализированные, интерактивные для самых молодых ребят, самых маленьких детей, которые к нам приходят. И также у нас есть рассчитанные на более такое взрослых ребят, которые уже готовятся к вступлению в ВУЗ. Мы им рассказываем о том, что такое космическая технология, какие они имеют особенности. И самое главное, в живом общении с молодыми специалистами, которые сами буквально несколько лет назад были студентами, они придут и расскажут, что такое космическая техника и как стать таким классным специалистом. Вот. Также на макетах космической техники мы покажем, как это все работает, потому что есть очень много интересных моментов. Возможно, думают, что ракета – это всего лишь цилиндр алюминиевый, но он состоит более чем из миллиона деталей, которые делают, даже не делают, а разрабатывают не менее чем 5000 человек. Допустим, у нас в КБ Южном вот около 5000 работников. Вот. И все они нужны, чтобы разработать такую сложную систему, как ракета. Вот. И мы покажем фильмы о том, о самых современных наших разработках, о космических спутниках, о ракетоносителях, о ракетных двигателях, как о вершине научной и технической мысли. И самое главное – это, конечно же, общение. Общение с реальными инженерами, с реальными людьми. И я бы сказал, у нас на этаже будет такой космический кластер, который будет представлен и ракетно-космическим колледжем, и Национальным центром аэрокосмического образования молодежи, и как, собственно, работодателем конструкторского бюро «Южное». Вот мы все будем рассказывать о космосе.
У нас є ще один гість, пан Мухамед. Ми так зрозуміли, що це фактично герой минулорічного фестивалю. Так, да? Так, вже культури касається. Розкажіть про нього, будь ласка, трошки деталі, ми вже з ним поспілкуємося. Да? Так, так, так. Знаємо, що Шекер, ви приймали участь у фестивалі минулого року. We know that you took part in festival last year, and we would like to know about your emotions. Я запитала, що які емоції, так, які враження від минулорічного фестивалю, and we know that you won last year. Year festival, I did not really expect that, because first of all my name is Mohammed Shekar, but all my friends call me Shekar. Mm-hmm. Yeah, it is. And actually it's my real name and family name, and I'm 23 years old, and I would be like 24 like too soon. So, well, I'm a student in Medical Academy of Dnipropetrovsk, dentistry in English department, and I'm a guitar player. Я думаю, треба перекладати паралельно, так, навчається в медичній академії, так? 23 года. 23 роки і ще грає на гітарі. It is, yeah. And I'm not only a guitar player, I like percussions too. I used to be a drummer before being a guitar player. До цього and, граф на барабанах. Yeah, it is. In the beginning we were just a musicians in our university. We were like two separated. We didn't know each other's at all. So, я так розумію, що ви в університеті познайомилися з друзями, так, також да, музикантами. Да, вони були всі по отдільності, да. Вони група. Yeah, yeah. It is. And then our university decided like to make like a big conference. It's like a welcome party for the new students, the newcomers. And then we begin like to know each other's like, oh my god, I'm a guitar player. No, this one is like a bassist and the other is a second guitar player. Okay, why not, well, we can create a band, you know? Тобто, навчаєш в університеті, так, вирішили створити із друзями свій музичний бенд. З того часу все і розпочалося. Yeah, it is. And but actually this decision, it was after the first performance. Because I was a drummer in that, like in that performance, like drummer and guitar player. I had like two turns. Human orchestra. Yeah, the first turn it was like as a drummer, and the second turn I was a guitar player, and then we began like to talk like too serious. Okay, why not? We can create a band and we can play. We are musicians. We like music. So let's go for it. So we did it as well, and we began like to do a lot of repetitions, like around 3 times per week. And then we got too many, like... Багато репетували, okay, так, і три рази на тиждень готувалися, і на барабанах Шекер грав, і на гітарі, так? І я так розумію, Ніка, підкажіть, тобто готувалися до вашого... До фестивалю, до фестивалю, фактично, правильно? І саме так, в цій номінації, як музичний бенд, як музичний гурт, да, і отримали перемогу, правильно? Ну, до цього... Вони, це був їх дебют, ну, тобто у нас на фестивалі, перед аудиторією українською такою більшою. Ну, не только украинской, и когда они вышли из зала, то дети были, вот гости были в восторге, они брали у них автографы, с ними фотографировались, и Шакер очень долго был в... Он к нам приходил и рассказывал свои эмоции о том, что он действительно почувствовал себя звездой. Mm-hmm. Вот настоящей звездой, да, в Украине. So you prepared a lot and tell us about your emotions when you were on the stage. Yeah, after like 2 months later, and then we got our first concert, and then два місяці готувались. Yeah, and then later we just found out that we have like such a big concert with Zirka. Shekar, you will come, and it would be like 2 days. The first day, it would be such like an audition, and they will choose like who's the best one, like to be in that concert. That's really cool. Okay, then we just like went and we played. And actually, it wasn't. I don't know. In my opinion, it wasn't that good enough. Ну, на думку Шекера, це не було достатньо вдалим, скажімо так, виступом про те, як нам не сказала... Не буде саме критичним. Так, yeah. Так, про те, як сказала Ніка, всім сподобалось. Yeah, then we just like got like the results in the end. Shekar, you like, they choose you, like you and your band, like to be in Zirka tomorrow.
tomorrow you have to perform on the stage. Mm-hmm. And I was like, I got shocked. I did not really expect that. Okay, let's go for it. Наразі хочу так запитати Нікою перекласти. Тобто, у нас був конкурс ідет по следующему принципу. Так как у нас очень много участников, мы не можем показать самых лучших. И сам принцип конкурса следующий. У нас идут отдельно профильные дни, то есть отдельно академический вокал, инструментальный жанр, отдельно эстрадный вокал и так далее. И все жюри, которые обсуждают, кто будет победителем, это профильное жюри, то есть профессионалы. Те, которые могут оценить уровень вокала там и так далее. И вот из всего вокала, допустим, эстрадного, 2-3 проходят финал. Из всего инструментала 1-2 проходят финал. И также по принципу и хореографии и так далее. И вот гала-концерт, если ты попал на гала-концерт, это означает, что профи тебя оценили на самом высоком уровне. И что ты в финале, фактически. Что ты вышел в финал. В финале всего 22 номера участвуют. И вот эти номера, которые украинские, они в этом году попадут в каталог украинских талантов, которые мы будем предлагать на грантовые поездки за границу. Мы сейчас занимаемся культурным обменом с разными странами. То есть у нас уже 3 года Болгария, Словакия вот первый год. Дальше мы планируем Польша, еще много стран. И эти страны, они хотят провести Дни Украины у себя. Но чтобы понять, кого нам вести на Дни Украины туда... Тобто це буде вирішено на цьогорічному фестивалі «Зірка», да. Так? Ті, хто вийдуть в фінал, вони попадуть в каталог талантів, які ми на економічних форумах, на різних наших поїздках будемо предлагати в консульствах для поїздки за границю, звісно, вже за счет приймаючої сторони. Для того, щоб показати нашу країну там, да, за кордоном. Да, да. Ну, бачимо, от вчора, да. В прошлом году Шакір, то есть вже із іноземних учасників, вийшов в фінал і був на гала-концерті. Ми бачимо на прикладі Шакіра, що кожен може перемогти. Шакір, thank you very much for your story. Дуже вам дякуємо, що ви сьогодні до нас приєдналися, розказали про неймовірні події, які очікують Дніпро наступного тижня. Тож приєднуйтесь, Ніка, нагадайте, якого числа все стартує. Тож з якого і по яке, да? Так. З 13 по 19 ноября ми чекаємо всіх на наших фестивалях. Участие для школьників безплатне і реєструватися можна на сайті zirka.live. Там є інформація у фестивалі, можна зареєструватися, оставити свої контакти, ми перезвоним, обов'язково уточнимо час, коли вам удобно приходити. Дуже Ніка дякуємо Рудакова, вам. Микола Познішев та Шакір сьогодні були нашими ранковими гостями. Продовжуємо.